Масштабные поиски пропавшего 6-летнего мальчика сегодня весь день проходят в Городецком районе. Андрей Чиндей ушел вчера утром гулять с собакой. Родные спохватились лишь к обеду, когда собака вернулась одна. И вот уже второй день поиски результата не приносят. По данным правоохранительных органов, семья считается неблагополучной и воспитывала мальчика бабушка. Ничего нет, мы вчера все уже обыскали. И даже не могу представить, мы же до 4 утра искали. Начали кричать, так нигде. Это Андрюха. Я его видел вот вчера. В 10 все время отпускали его. Он гулял около дома тут с собаками. И потом он взял и убежал туда. Он всегда гуляет один. Ему 6 лет уже, мальчик уже взрослый. И даже не подумали мы про это, что он куда-то вот убежит. Воспитывала бабушка. Маму лишили как бы родительских прав. Ребенок у них тоже ходит в размер на 2 в обе больше. Сама лично своими глазами видала. Такой плохо разговаривает очень даже. Не следили, выпускают гулять, без присмотра ребенок гуляет. Мы ищем его, все ищем. Вчера искали всю ночь, сегодня вот тоже ищем. У нас совхоз весь поднялся. Поляна, где его в последний раз видели, ну одна из этих, вот она, вот отсюда. Вот. Мог по нафту уйти сюда, туда и туда. Здесь он играл с собакой на этой поляне. То есть сейчас вот разделились на сектора. Сейчас люди с той стороны идут, с этой. Сейчас мы ближе к реке подойдем. То есть там все обследуем и уйдем выше. Отсюда вот пошел он. Я его вернул. Он пошел по дороге, он дошел до того коттеджа и пошел вон той рекой. И пошел туда, мимо реки, и ушел вниз. Я больше его не видел. Вот река, вот. Вот она, и идет вот так вот. Говорят люди, что он любил гулять в этой стране, вот с собаками гулял, как бы. Что мог просто зайти в сарайку какую-то, сесть и сидеть там, пока то есть кто-то его не увидит, не прогонит. Основную версию в настоящий момент мы проверяем в несчастном случае на воде. Отлично, Жигер. Производим водолазные работы по поиску утонувшего, предположительно утонувшего. Обсматриваем водоемы, ближайшие к месту, где мог предположительно пропасть мальчик. Но пока результатов никаких нет. Поиски ребенка продолжались до самой темноты. Наши корреспонденты все это время находятся со спасательным отрядом. И, как они сообщают, до сих пор результатов никаких нет.